Глава Владивостока проверил ход строительства школы в микрорайоне Патрокол. О том, какие работы сейчас ведут строители, Константину Шестакову доложил представитель подрядной организации «Альянс» Руслан Цыганенко. По его словам, сейчас идет устройство арматурных каркасов и бетонирование стен и колонн учебных корпусов, устройство дренажа, прокладка инженерных сетей. Сейчас ведутся основные работы по возведению монолита, каркаса самого здания. Работает сейчас на площадке 161 человек. В марте мы закончим все работы по возведению самого монолита. Приняли тактическое решение по обеспечению энергоснабжением самой площадки, что позволит привлечь дополнительных сотрудников, которые будут работать на заливке монолита самого здания. Все текущие вопросы, возникающие на стройке, оперативно решаются, в том числе при содействии дирекции по строительству объектов ВГО, которая является заказчиком. Она также ведет постоянный технический надзор. На стройплощадке установлены и подключены камеры видеонаблюдения, что помогает отслеживать ход и темпы работ. Этот проект должен быть и будет завершен до конца текущего года. Напомним, школа в Патрокле рассчитана на 1275 мест. Она станет самой большой не только в городе, но и на всем Дальнем Востоке. По проекту, помимо классов, здесь предусмотрены два спортзала, бассейн, библиотека, актовый зал и даже кинотеатр. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на восьмом.